или помощник премьер-министра. Вы что? Вы докончаете врать! Я вас давно вышел. Все эти ваши с ней встречи, понимаете, все эти чаепития, все эти... Я должна вспоминать, да-да-да, миссис Орден, это секретарша, да. Да, секретарша. Чудная девушка, секретарша. Она и секретарша, это не ваша. А уж когда она стала мне вешать всю эту лапшу на счет бронхита ее тетки, подождите, я... если вы хотите сказать то, как я полагаю, вы хотите сказать... Я хочу сказать, что ее тетка живет не в гостинице, понятно? Я не знаю, где вы это живете. Детектив. Я его специально нанял. Частный детектив? Да. Я на улице остался. Ну. А он по пожарной лестнице влез к вам на балкон, чтобы через окно попасть к вам в номер и застукать вас на месте. Застукал. Ну, вы знаете, вы даже не уверены, что ваша жена здесь, в моем номере, в гостинице. Я не уверен, да? Уверен. А я как раз напротив входа в гостиницу стоял и видел, как она вслед за вами сюда шмыгнула. Допустим, видели? Да не допустим, говорю! Я все видел! Хорошо, я хорошо, видел! Ну, дайте, дайте, она шла не ко мне! А к кому? Она шла! К Пигдону! Какому еще Пигдону? Я не хотел его сразу выдавать. Это мой личный секретарь. Бабник номер один во всем Курлане. Ни одной юбки не пропустил. Слушайте, вот давайте не пудрите мне мозги. Ведь она и раньше бегала к вам. Да не бегала она ко мне на свидание. Я просто хотел предостеречь ее от этого Пигдона. У меня не получилось. Это какой-то кролик-маньяк. Ну что, кролик-маньяк? Да не морочьте мне голову. За кого меня вообще тут принимаете? Да вы даже не поверите. За умного человека. Хорошо, вы не верите мне. Ну идите, идите вниз, спуститесь. Узнайте, у партии не зарегистрированы. В гостинице мистер и миссис Пигдон. Идите. Ладно. Как вы говорите, его зовут? Пигдон. Пигдон. Джордж Пигдон. Так. Мне ужасно неприятно, что за вашей спиной, понимаете, в этот момент такие вот... Да вот да-да-да-да. Не забудьте, что у меня еще мистер Бейкер. Про мистера Бейкера я никогда не забуду. И он мне про вас все расскажет. Он ничего никому не расскажет, поверьте мне. Да. Да. Ну если вы мне врете... Как я могу врать? Я никуда в парламент. Смотрите, вы...